Друзья, всем привет! В этом выпуске сделаю обзор на такой кон, как Wurm von Stein от торговой марки Animonda. Как видим, он у нас для взрослых. Данный наш паштетиус необыкновениус состоит из мяса и мясных продуктов. 55% пишется на этикетке. Состоит из свинины, говядины и курицы. 16%. Рыба 4%. И продуктов рыбных. И также пишется, что 4% мяса краба. Так что у нас сегодня вот такой вот корм крутой. 100 грамм упаковочка весит данный паштетик, по стоимости где-то около $1.5. Может чуть-чуть дороже быть. И сейчас его мы откроем. Открываем. Вот наш сам корм. Немножечко вижу тут соуса в нем. По запаху. Конкретный просто запах котячьего корма. Забыл еще включить подсветочку, чтобы еще лучше было видно. Так. Вот такой вот корм. Сейчас мы в блюдце Альфа его размягчим, разобьем вилочкой. Мне кажется, Альф может его еще и достаточно хорошее количество сейчас есть. Мне оно как-то пахнет аппетитно, как для котячьего корма. Дадим ему такое количество на дегустацию. Вот еще поближе покажу, как сам корм выглядит. Вот, видим, как выглядит сам корм. И сейчас будем давать на дегустацию Альфу данный корм. Весь корм Альф у нас не осилил. Но большую часть съел. Переборщил я ему с порцией. Хочу я напомнить, что на нашем канале много других видео про котячьи влажные корма.
есть пародин всего-навсего сухой корм, потому что у нас альф не особо любит сухие корма и предпочитает только один свой любимый. Вот на все эти корма мы еще будем, предстоит у нас обзоры, осматривать их. А на многие уже сделали обзоры, более уже 30 обзоров про котячие корма. На этом буду завершать свой выпуск. Подписывайтесь на канал и до новых выпусков. Пока!